Или надпись «Мест не будет на двери». Швейцар по протокольному уставу затылок выбрит, серый тусклый взгляд. Хозяйка с именем народным Клава и несъедобного цыпленка аромат. Два блюдца для тушения окурков, обглоданных краев зияет брешь. В оркестр бросают доллары за мурку, букет обломанных гвоздик так свеж. Ах, эта публика, танцующая танго, на босу ногу стоптанный башмак. В тарелке с огурцом томится манго, и пеплом посыпается форшмак. Официант дворовых кошек помесь, на удивление всем еще живой. Масло под названием «Тихий промис» давно не обещает ничего. Ах, эта парочка из Тульского уезда, на мокрой скатерти оставив телефон. Красавцу Ваське, хоть он здесь проездом, она решительно схватила микрофон и завещала избитым сопрано про тихие ночные вечера. И все, включая двух хозяев ресторана, ей подпевали до победного утра. А шкалики от водки недопитой, как часовые на своем посту, стояли в ожидании гамбита и отражением ловили пустоту. В торце стола, приладив к джинсам бипер, два телефона к уху приложив, свои пол-литра монотонно выпив, гулял друзей растроганный джигит. Ах, это трио рослых музыкантов, еврей с хохлом и русский с хохолком. Сгорает ночь, спиваются таланты, мужья уводят пьяных жен силком. С утра художник нарисует комикс, все будет так же через 10 и 100 лет. И обещания вместе с маслом промис растают на истерзанном столе. И обещания